Набираем цепочку из воздушных петель. Петли не считаем, мы просто набираем нужную длину. Теперь начинаем вязать основное полотно. В четвертую воздушную петлю провязываем первый столбик с накидом. В следующую воздушную петлю второй столбик с накидом. Дальше третий столбик с накидом и 2 воздушные петли. Внизу 2 воздушные петли пропускаем. И в третью воздушную петлю провязываем столбик с накидом, в следующую воздушную петлю еще один столбик с накидом, в следующую воздушную петлю третий столбик с накидом и в следующую четвертый столбик с накидом. Далее 2 воздушные петли и внизу 2 воздушные петли пропускаем. Это мы повторили раппорт 2 раза. Всего раппорт нужно повторить 12 раз. Мы провязали раппорт 12 раз. После 2 воздушных петель внизу пропускаем 2 воздушные петли. Следующую провязываем столбик без накида. Следующую еще один столбик без накида. Дальше третий столбик без накида. И четвертый столбик без накида. Если у нас остаются лишние воздушные петли, мы можем сделать таким образом. Отрезаем цепочку и при помощи крючка мы ее как бы распускаем. И потом этот хвостик мы заправим в полотно. Следующий ряд. Воздушная петля, разворачиваем полотно и в первый же столбик провязываем столбик без накида, далее во второй столбик без накида, в третий столбик без накида и в четвертый столбик без накида. Варочку из 2 воздушных петель мы провязываем пятый столбик без накида, далее 4 воздушные петли, пропускаем столбики с накидом и в арочку из воздушных петель провязываем столбик без накида. То есть раппорт наш будет состоять 4 воздушные петли и столбик без накида. Провязываем 4 воздушные петли, пропускаем столбики с накидом и в арочку из воздушных петель провязываем столбик без накида. Да, мы уже второй раз повторили раппорт. Третий раз. 4 воздушные, столбик без накида. Всего этот раппорт мы повторили 11 раз. То есть в конце мы не довязываем 12 ряд над последними столбиками с накидом. Следующий ряд. Провязываем 3 петли подъема, который будет заменять первый столбик, и под арочку из воздушных петель провязываем 3 столбика с накидом. Далее 2 воздушные петли и под следующую арочку из воздушных петель провязываем 4 столбика с накидом. И 2 воздушные петли. То есть мы раппорт повторили здесь 2 раза. Еще провязываем до конца ряда. Всего мы связали 11 раз раппорт. 2 воздушные петли еще не забыли. Далее, там где у нас группа столбиков с одним накидом, над первым столбиком мы ничего не провязываем. Провязываем над вторым столбиком столбик без накида, над следующим столбик без накида, над следующим столбик без накида и над следующим столбик без накида. То есть всего 4 столбика. Следующий ряд провязываем воздушную петлю и по порядку 4 столбика без накида.
под арочку из воздушных петель провязываем еще один столбик без накида и 4 воздушных петли. Столбики пропускаем и под арочку провязываем столбик без накида. То есть этот ряд будет у нас состоять из рапортов 4 воздушки, столбик без накида. И так провязываем по всему ряду. Всего рапорт мы повторили 10 раз. То есть мы опять не довязываем над группой из столбиков с накидом. Следующий ряд. 3 воздушные петли. Под арочку провязываем 3 столбика с накидом. 2 воздушные петли. Под следующую арочку 4 столбика с накидом. 2 воздушные петли. То есть мы повторяем рапорт 4 столбика с накидом, 2 воздушные петли. И так мы провязываем по всему ряду вплоть до нашей резинки. То есть мы связали рапорт 10 раз. Пропускаем первый столбик без накида и над вторым столбиком провязываем столбик без накида и дальше еще второй, третий и четвертый столбик без накида. Следующий ряд. Воздушная петля и провязываем 4 столбика без накида. Столбики над столбиками. Под арочку из воздушных петель еще один столбик без накида и арочку из 4 воздушных петель. Под арочку столбик без накида и дальше повторяем рапорт. 4 воздушные петли, 4 столбика пропускаем. Под арочку провязываем столбик без накида. И так мы провязываем до конца ряда. Мы провязали до конца ряда и опять не довязываем над столбиками с накидом. То есть у нас уже мы 3 раза не довязывали. Следующий ряд. 3 воздушные петли и под арочку провязываем 3 столбика с накидом. Далее 2 воздушные петли и под следующую арочку 4 столбика с накидом. Дальше 2 воздушные петли и под следующую арочку 4 столбика с накидом. И так повторяем наш рапорт. Довязали до резинки. Первый столбик пропускаем. Дальше провязываем 4 столбика без накида. Следующий ряд провязываем аналогично и тоже не довязываем над последними столбиками. 4 столбика без накида. Под арочку столбик без накида. 4 воздушные петли и под следующую арочку столбик без накида. И так по всему ряду. Итак, мы довязали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ряд. В 11 ряду у вас должно быть вот этих рапортов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рапортов.
и мы не довязали 6 раз группы столбиков. Теперь мы будем вязать один ряд, полностью доходя вот до этого места. Провязываем воздушную петлю, 4 столбика без накида, и под арочку 5 столбик без накида. 4 воздушные петли, и под арочку из воздушных петель провязываем столбик без накида. И дальше по рисунку. 4 воздушные петли, столбик без накида. 4 воздушные петли, столбик без накида. Когда мы доходим до скоса, мы провязываем так. Столбик без накида провязываем в угол из группы столбиков с накидом. Дальше 4 воздушные петли. Следующий столбик без накида опять в угол. 4 воздушные петли. Следующий выступ в следующий угол. 4 воздушные петли. Следующий угол. 4 воздушные петли. Столбик без накида в следующий угол. 4 воздушные петли и столбик без накида в следующий угол. То есть всего у нас должно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 арочек получится. Следующий ряд провязываем 3 воздушные петли и под арочку 3 столбика с накидом. 2 воздушные петли и под следующую арочку 4 столбика с накидом. Две воздушные петли. То есть провязываем так, как мы провязывали 12 рапортов. Итак, мы связали 9 сегментов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 сегментов. В каждом сегменте у нас по 6 рядов, вернее, по 12 рядов, но мы считаем вот этими квадратиками всего их 6. Значит, 9 на 6 будет 54 ряда. Можно проверить, посчитать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 4, 6, 8, 20, 2, 4, 6, 8, 30, 2, 4, 6, 8, 40, 2, 4, 6, 8, 50, 4 ряда. Ободок у нас получается 44, 22, 44, в натянутом вот доходит до 50, то есть вот в таком натянутом состоянии. Глубина берета 18-19 сантиметров. Если вы хотите увеличить размер, то на один сегмент 2, 4, 6 вот здесь
на один сегмент у нас идет около 4 сантиметров резиночки. То есть если вы добавите еще один сегмент, это у вас уже будет не 48-50, а где-то 52-54 ряд. И соответственно, если вы уменьшите, уберете один сегмент, то у вас будет берет меньше, 48-4, где-то 44-46, более мелкий. Если вы хотите глубже берет, то тогда добавьте количество вот этих вот клеточек. У нас здесь в этой модели 2, 4, 6, 8, 10, 12. Если вы хотите глубже, пышнее, объемнее берет, значит, возьмите больше 13, 14, 15 этих клеточек. Теперь мы будем сшивать наш берет. Соедините два конца ободка лицевыми сторонами друг к другу. И провяжите, сделайте трикотажный шов глухими петлями, введя крючок по дубе нити первой части ободка и второй части, захватив рабочую нить, протягиваем, провязывая глухую петлю. Если вы будете вкалывать поочередно, то у вас шов будет более ровный и аккуратный. Под арочку из воздушных петель провязываем столбик без накида. И теперь по вот этой части, где у нас было начало вязания, как бы с обратной стороны цепочки, вы провязываете глухие петли. 4 глухие петли. И тогда у вас и стягивается немножко полотно, потому что мы здесь свободно набирали, видите? И более аккуратный край, и вы проходите по полотну. Под арочку, под две арочки провязываем столбик без накида. И теперь отдельно провязываем глухими петлями по задней половинке. Так, теперь соединяем два вместе столбиком без накида и глухими петлями проходим. Тогда у вас шов будет с дырочками, не будет плотным и практически будет незаметным. Когда вы доходите до этой части, где у нас вот зубчики, вот до вот этой части, вы делаете так. Вот я провязала на задней части полотна глухие петли. Теперь в угол передней части и под арочку провязываем столбик без накида. Дальше провязываем 4 глухие петли. Опять вкалываем крючок в угол и под арочку задней. И провязываем 4 глухие петли. И так до конца довязываем. В конце, в последний выступ, мы провязываем глухую петлю. И дальше провязываем 3 воздушные петли. Мы сейчас будем вязать внутри кольца. То есть над каждым рядом мы будем провязывать столбик с накидом. Первый столбик с накидом. Первый были 3 петли подъема. Над следующим рядом второй столбик с накидом. Третий столбик с накидом. Четвертый столбик с накидом. Пятый. Шестой. Седьмой, восьмой столбик с накидом. И в третью петлю подъема провязываем глухую петлю. Воздушную петлю и обрезаем нить.
при помощи трикотажной иглы заправляем нашу ниточку. Проводим нить подальше, вовнутрь полотна и, возвращаясь обратно, вот так закрепляем. Обрезаем нить. С лицевой стороны получается вот такое донышко. Заправляем ниточку, которая у нас была в начале, ободка по изнаночной стороне. Можно берет отгладить, чтобы этот шов у нас не выделялся.